поднял руку на собственную мать, причем руку, в которой был нож. Трагедия едва не произошла в одной из квартир по улице Царенко. 54-летняя женщина готовила обед. Сын, как обычно, выпивал. Мать сделала замечание безработному иждивенцу. Мужчина отреагировал агрессивно, схватил нож и стал наносить удары. Женщина закрылась рукой, поэтому основные порезы именно на руке. И один удар пришелся в область грудной клетки. Бабушка, которая стала свидетелем кровавой ссоры, позвонила в скорую. 29 апреля Мозырским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений жительницы города Мозыря. Значит, в ходе расследования дела было установлено, что телесные повреждения в ходе ссоры были причинены ей сыном, ранее судимым также жителем города Мозыря. Значит, в ходе распития спиртного, то есть сын употреблял на кухне спиртные напитки, мать сделала ему замечание, в результате чего в ходе ссоры он нанес ей не менее 4 ударов ножом в область грудной клетки. Значит, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 139, это умышленное убийство через покушение. Кстати, мужчина уже ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2014-м он порезал колеса у припаркованной чужой машины. А когда милиционеры задерживали хулигана, оказал сопротивление и даже попытался ударить одного из сотрудников ножом. Тогда суд приговорил злоумышленника к году колонии и принудительному лечению от алкогольной зависимости. Сейчас ему грозит до 15 лет тюрьмы. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».